Не спрашивайте меня. Тебя вообще не видно в этой маске. Оно и не должно быть видно. Долго тебе еще ждать? Извини, я красился. Борода. На сердце смотри. Борода. Че, пацаны, аниме? А ты взял камеру, которую я тебе привез? Да. Молодец. Показывай. В гараже. Пол двора и все твое. Не пали контору. Че, тебе не нравится? Каждый раз я езжу. Нормальный шлем. Шлем для эндуро, да? Да! МКАД стоит? Да. Я думал, скрытая камера, оказывается, нет. Получается, раскрытая. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует компания Аэрофлот. Мы находимся на рейсе Boeing 747, номер 1251. Температура за бортом около 0 градусов, влажность 95%. День обещает быть очень спокойным. И вот таким вот. Я все. Мои полномочия на этом все. Это пилот. Ну что, добрались? Не знаю. Нас мужик куда-то завез. В лес какой-то привез, лес, сидим, да, снег идет. И теперь, говорит, выходи. Вон мужики какие-то лопаты достают. Йоу. Копай. Ладно, пойдем. Так, где свет здесь включать? Я забыл. Ой, ты что, банишь? Нет, это перераздевалка. Какая большая стала. Да, тут все по-другому. Все намного поинтереснее. Конечно, тут Колян. Колян занялся. Красавчик. Йоу. Колян красавчик. Слушай, ну круто. Молодец. Да. Короче. Все есть. Все есть. Даже, да, резинки, чтобы это с трусы не спадывали. Видишь, резиночка под трусы. Так, у нас сегодня два вот этих красавца. И вот этот красавец. И вот этот красавец. Глуши машину. Сейчас вам расскажу. О. Инструктаж. Да, инструктаж, короче. Как ездить по льду? Садитесь на мотике, присаживайтесь. Тогда потихонечку за мной. Камеру, ну, можно включить, да, камеру. Сейчас не торопитесь. Ой. Ой, мне надо было маску одеть, что-то я нифига не вижу. Ну что, как тут клеи? Че? Ну ты, блин, только выехал, конечно. Я ни разу не ездил. Кайф! Смотри, там дырка стоит. Ты выехал? Два колеса рулит. Чуть-чуть жарко, я запыхался, если честно, неожиданно быстро. А потому что я дура, пьет тяжелый спорт. Кажется, вроде сел, крути газольку и все. А я ему говорю, флису сними, жарко будет. Да не, на улице вышел так нормально. Лучше пусть жарко, тут сейчас потеем, потом мы будем передыхать, замерзнем. Не-не-не. Девчонки, а что мы делаем? Короче, сначала просто проедьте, не торопясь. Просто посмотрите, где какие повороты. Потому что есть быстрые повороты, есть прям шпильки. Давай я с тобой снимаю. А, нет. Коляну и парням респект.
Да, прикольно, они сами. Сейчас вот снег подутих, лучше видимость, как увереннее едет. Последний круг подутих только. Не, вроде такой поменьше стал, да. Он не так забивает уже. Не, все равно норм. Да, огонь. Пушка бомба просто. Слушай, ну круто. Да. Я штаны чуть не порвал. Камеру вырубай. Иногда переднее колесо за цепь пропадает полностью. Да-да-да. На ногу опираться. Вот прикольненько. Этот поворот вообще интересный такой. Слушай, да, скоростная, так она даже по азарт не получилась. Ну, тут быстрее она. Скорости быстрее, да, и как-то... Приходится передачку щелкать. О, все. Ну, давай поменяем. Падение! Нормально словился! Ну ты! Как я немного приложился. Как колено? А, коленка норм? Не, приложился. А, ну, ударился просто. Удар. Давай подниму. Хорошо, что он на коленниках. Сцепление не выжил. Не выжил, да. Я хотел... дрифты пройти. Ну ты пальцы держи. А все равно надо было чуть-чуть это... Ты можешь подтравить им, то есть сцеплением. Чуть-чуть подтравливаешь, и все, он выравнивается. Прям не выжимая, а пальцы держишь. Нет, один или два, да, чуть подтравил. Я почувствовал, что сцеплением диамотик реально выравнивается и выходит из заноса. Конечно. Я клаву к леву припарковался. Такой пит-стоп резкий, бу, входим. Который последний был. Ну что, Юрчик? Чуть-чуть прочувствовал трассу, огонь. Все хорошо. Огонь, где ноги, где крылья. Все, огонь. Ты просто типа ударился чуть-чуть. Да ты устал уже просто, видно. Устал уже. Ну что, тогда что? Последний круг был отличный, мне кажется, кроме этого поворота. Слушай, я там уже начал. Я видел, он бежит за вами. И вот этот поворот прям залюбился вообще офигеть. Во-первых, он затяжной, пологий, затяжной. И, наверное, ты же видел, что я сильнее кладу здесь, на этом прям. Его вот этот мой... Мне он очень понравился. В него надо... Заснял? Да. В него надо побыстрее ходить. Да. Сейчас попробую. Давай я с тобой. Давай. Чуть-чуть не словил, повторил подвиг. Это было кайфово. Кайф. Веселуха, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Такой же спидвей включает. Тут вложил и газ открыл, и за ночь пошел туда. Ла-па-па-па-па. Нормально ты парканулся. Фиг вытащишь тебя. Как выезжать? Тащи лопату. Каеф, каеф. Сейчас смотри, солнышко выходит. Да. Нифига себе, вон летит, скрылся, все. Ууу, самолет. Жамолет. Жополет. Ну и к скорости чуть-чуть привыкаешь все равно. Едешь потихоньку, сначала вообще стрёмно было. Мне вообще стрёмно ехать было на мотике. Просто приходит. Я думал, вообще держака нет. Не, вы нормально едете, кстати. А тут с шипами. Вы, пацаны, нормально, хоть приподнял от плинтуса. Нет, то, что вы зимой сюда не катаетесь, вы едете очень хорошо. Молодцы. Фу, ну что, мы немножко подзапарились уже кататься. Парни припарковали мотики. Ты что скажешь? Кайф, кайф, реально кайф. Если еще час, конечно, это будет перебор. А так вот то время, которое мы сейчас провели, блин, с офигенной пользой и прям вот, как тебе сказать, с небольшим таким зарядиком. Не то, что прям я забился, подустал, а ну кайф. Просто кайф. А ты что скажешь? Хочется кататься еще, прям вот такой прям еще покататься, но я понимаю, что какие-то мышцы уже начинают
Говорит, каре, подожди. Да, и начинаю падать чаще, поэтому надо отдыхать, тоже меру надо знать. Я тут немножко в поворот не вписался, дэшечку совсем. Ну так, так ерунда. Фига ты заехал. Едем в лес. Я там в этом году еще не был зимой. То есть без понятия, что там такое. Так, потеряли бойца. Сейчас немножко постоим, отдохнем, потому что парни явно устали. Но ничего, мы приехали сюда как раз за этим. Короче, не старайтесь с колеи вырулить вообще, то есть рулем тоже в ней бессмысленно поворачивать, только наклонами мотоцикла. Да, я заметил. Видишь, в каком цвете у меня мотоцикл? Говорит, кто же там приложил. Я, я, по-моему, да, крыло треснуло, простите. Поехали обратно. Поехали обратно. В смысле? Все. Нет, здесь офигенные колеи, мне даже понравились. Колеи это пока не мое. Вот. Мотик что-то сам едет куда-то там. Да, да, да. А твое тело, оно не слушается. Да. Ты ходишь туда, что-то как-то наклоняешься. Сейчас поедем дальше. Я там ни разу, не был. Ой, смотри. Эндуро это про выживание. Смотрите, что у меня тут налипло. Ты тут снег падает все время. Кто? Кто? Ни разу не падал. Даже доказательства. Где ваши доказательства? На голове у тебя снимал. Так, так, ты давай не пали уже. Реклама. Поехали. Как круто по колеям тут ехать. Чуть не убрался. Ну и задал ты нам задачку. Не крути так сильно. Не крути так сильно рулем. Наклонами. Да я не кручу, он падает просто. Наклонами. Только что пробовал. О, Юртик, здоров. Чайник. Вот это кроссовая трасса, кстати. Правда, ее засыпало снегом. Я помню. Фига ты тут пятаки крутотишь. Я за вами хотел ехать. Не надо за нами ехать. Что, как самочувствие? Самочувствие? Ну, я не знаю, на обратный путь хватит, не хватит. А у тебя нет выбора. Ну, вот он ты вовал, а ты дальше в лес заводишь. Офигенные колеи. Вот куда надо было ехать, разогреваться. Это самое сложное, что сегодня было. Ну, колеи это самое сложное. Но я думал, что здесь хуже будет. Я думал, что тут вообще жопа. Это знаешь, это когда сдаешь на вождение, по доске надо проехать. Здесь это вся дорога доска. Ну да. Ты практически ешь и балансируешь. Да, у кого баланс плохо. Я говорю, у меня жопа перевешивает. Куда? Да в противоположную сторону. Не туда, куда надо. Начинаешь свешиваться в одну сторону, а почему-то мотик поворачивает в эту сторону. А ты хочешь туда. Йо. Это может быть, знаешь, почему? Я думаю, что хрустнуло. Типа ты против мотика, блин. И получается мотик налево поворачиваешь. Ну да. Это надо свешиваться. Это не я. Я вообще хуже. Я ничего не понимаю. Надо накатываться. Я ехал посередине некоторых. Вот так. Ну и... Конечно, он каждый день тут ездит, да? Ну не каждый. Он говорит, а что это вы, говорит, лохи, говорит, не можете по колее проехать. Я не говорю. Я, между прочим, один из самых медленных тренеров на базе. Медленный. Да. Значит. Поехали, короче, дети. Круче.
стоим, просто кайф. Так, Юрик вам там застрял. Есть такое подозрение, что Юрик застрял. Ты что, застрял? Слушай, ну давай поймем обратно, что Юрик реально выдохнул. Нет. А, это ты считаешь, что нет? Нет, не выдохнул. Он амбал, знаешь какой? Юрик, это просто ты хочешь обратно ехать. Поехали домой, говорит, потому что Юрик устал. Так и скажи, что устал. Нет. Просто булки мои затерлись. Булки, да. Булки затерлись, но это... Ну, это наждачки на этой. Эндуро это не про комфорт. Короче, надо за ним съездить. Как же здесь круто! Никакой прокатали. Где Лёнтик? Да, я там подсмотрел. Давай, езжай, я с тобой поснимаю тебя. Прямо просто. Жестко, ну круто. Ощущения вообще какие-то нереальные. Девчонки, а что вы тут делаете? Вот эта езда вообще ни на что не похожа. На мотике, по снегу, в лесу. Капец. А это вы накатали, да? Нет, это не мы. Я туда не полезу, там течение, наверное, подставит. Проталины. Так, а где лодка? Что, прямо? Да, поехали прямо. И обратно. Так. Парни потерялись. Короче, я, походу, их замучу сегодня прям жестко. Блин, все кайфово, все классно, но я что-то устал. Вот, а но... так и должно быть. А в смысле? С одной стороны, так должно быть, да. Короче, смотрите сами. По состоянию по своему. Ну, во-первых, руки забиты. Руки забиты? Даже у меня сейчас ручки забиваются. У меня, я не могу баланс держать, такое ощущение, как будто бы. Я еду нормально, когда начинается колея, у меня вообще как-то баланс, то ли я не знаю. Пробуй, знаешь что, пробуй нажимать ногами, чтобы мотик наклонить на подножку. Просто вес перенести ногой на подножку, у тебя мотик будет с ней наклоняться. То есть правую подножку вправо наклонить, левую в левую. Он прям быстрее, он будет резче наклоняться, и ты сил тратить не будешь, потому что руками его переваливаешь. Это вот как я сейчас делаю, у меня, видишь, судорога. Судорога, и мотик, видишь, дергается, да, наклоняется в сторону. Вот у меня сейчас самое главное, судорога в одну сторону не сработала, я по кругу бы не ездил. Ну, короче, смотрите, можем развернуться так где-нибудь, не знаю где, и поехать обратно. Смотрите сами. Ну, поехали попробуем проехать. Я за, что проехать. Ну, мы проехали, осталось, наверное, меньше. До того разворота, где мы останавливались? Да, до забора. Наверное, осталось... Процентов 30, может быть 20. Поехали. Ну, только вот я не знаю, как здесь мы проедем, потому что тут нету... Ну, поехали, тут, видишь, не катались, не ходы, здесь пешком катались что-то. Ну, поехали, будем отдыхать просто почаще, да? Да, попробуем. Если тут на борту затащим. Ходом, ходом, разгонись побыстрее. Ага, надеюсь, Лёнка там не потеряется. В принципе, пол дороги наш сделан, осталось обратно только доехать. Уже да, уже все, силу покидаю. Я ищу камерой за ветку зацепился, она живая, смотри. Да, я тоже зацепился, пожалуйста. Сейчас не будет, это GoPro. Чё, пацаны? Аниме? Да ладно, достал что ли? Кажется, он застрял. Нет, так не, нет, вряд ли. Там плотный очень снег. Кто-нибудь теперь провалит туда. Ну что, мы выдвигаемся обратно. Дорогу помнишь? Я устал. Кайф. Давай. Там и там. Можно и там проехать. Там они сойдутся. Езжай.
Короче, камеры у нас сели. Ну ладно, мы уже, в принципе, обратно ехали. Катнули супер просто, погода офигенная. Но мы в итоге мы проездили, наша покатушка длилась больше 3 часов, именно дубасине. По снегу это, конечно, тяжело. Посмотри на это море, посмотри на это небо. На лотапочку брать. Каев. Все, короче, переодеваемся потихонечку. Не спрашивайте меня. Чубака. Глянчик у нас Чубака. Да. Ведь что, говорит, устал? Да так. И просто хочется прямо вот сделать вот так вот. Не, ну это уже... Не культурно. Не культурно. Ну, смотря где. Но... Так, черный не, чай. Не будите меня. Раф на кокосовом молоке. Дай мне, пожалуйста, большой капучинка и стикер. Да. В общем, на сегодня мы заканчиваем. Ну я уже все, готов. Поехали снова. То я уже бодрячком. Сейчас договоришься. Сейчас поедешь. Сейчас подожди, я вот высохну. По мне видно, что я уже бодрячком. Пошли, парни. Дубль два. Да ладно, шучу. Уже ноги не ходят. Ай-ю! Да-да-да, сейчас чуть это ты сейчас это с кресла встал. Ты сейчас присядь на мотик жопкой натертой. Я пожалуй. Ой-ой-ой, коленочки, не-не-не-не-не, все, парни, едем домой. Нормально. Все, поехали. Чувствуются те мышцы, которые, в принципе, как бы их и не было никогда, а теперь они вот. Теперь их нет, они работают. Теперь нет еще больше их. Мы на сегодня все, откатались. Всем спасибо за просмотр, приезжайте, всем пока. Какой пока? Вы чё? Увидимся. А у нас только начинается. Начало положено. Высадите это молодого дедушку. Продолжение, да. Да чего, неугомонное дитя подземелья. Вот, и как он так долго прожил? Я сам это в шоке. Когда... Это такое лицо уставшее. Такой, да, я сам в шоке, да.